чтобы был везде порядок, чтобы жить в своей стране, чтобы честность не мешали с грязной ложью наравне. К президенту всей России обращаемся сейчас, чтоб в Сибири прекратился глупый и нелепый фарс продуктовых магазинов, сеть с названием «Холидей» обанкротилась мгновенно, за собой захлопнув дверь. Ну а дальше покатилось, ну а дальше понеслось. И закону о банкротстве низко кланяться пришлось. Ведь у нас закон, что дышло, всяк мастак его крутить. Холидей с большой дороги на охоту вышел ить. Снизил загодя активы, часть имущества продал и поставщиков Сибири под удар судам отдал. От Кузбасса до Алтая все должны, а он банкрот. В арбитраже исков стая на поддых процентом бьет. Средний бизнес, малый бизнес, всех на деньги, всех в суды. Как обычно по старинке, в хвост и в гриву на дыбы. Банки лидеры в реестре и ведут свою борьбу. И предприниматель вправе подставлять только спину. В результате разорение, семьи без рабочих мест. Мистер Скороходов, браво! Бизнес Холидея, бест! Для чего трудов награды, технологий многих вклад, поэтапный рост зарплаты, все на ноль и все в заклад. Хлеб и гречку производим, макароны, молоко. Каково народу будет вдруг без этого всего? Вам, кто слышит, с нами дышит у руля и кто в строю, кто стоит за справедливость, эту песню вам пою, чтобы родиной гордиться, чтоб людей поднять с колен, чтобы честь всегда звучала в русском слове. Бизнесмен.